стартовал второй этап ралли-рейда «Холмы России». По заверениям организаторов, в нем приняло участие рекордное количество экипажей. На УАЗах, джипах, багги и мотоциклах 67 команд вышли на полосу препятствий. Сначала традиционная регистрация участников и техосмотр. Затем гонщики отправились на старт в Кивать. Организаторы приготовили сложную трассу с десятками ухабов, бродов и крутых поворотов. Главный судья Александр Охотников всех секретов не раскрыл, но пообещал, что скучно не будет. Очень много бродов. Броды все разные, с изюминками. Второе, значит, это опять-таки смена покрытий. То есть есть пески, затяжные длинные пески, такие, в которых тяжело мотору. Потом есть прямики по 3 километра, где можно дать волю там скорости. Напомним, в ралли-рейде спортсмены не имеют возможности заранее проехать маршруты и ознакомиться с рельефом. Поэтому на соревнованиях остается надеяться на скорость реакции пилота и ясную голову штурмана. Виталий Проненко участвует в «Холмах России» 7-й раз, традиционно на родном «Патриоте». Пилот заводской команды УАЗ рассказал подробнее о любимой машине. Наш автомобиль полностью серийный, так как мы участвуем в национальном классе. Вот, изменено только каркас безопасности, сиденья, ремни безопасности. Ну и спортивные амортизаторы, в принципе, все. Погонять по сибирским землям приехали спортсмены со всей страны. География участников от Крыма до Мурманска. Также прибыли и столичные гости. Не обошлось и без медийных личностей. Кузоватовский район посетил Вячеслав Субботин, известный журналист и капитан гоночной команды. В этот раз он выступал в роли штурмана. Вячеслав рассказал нашей съемочной группе, зачем пилоту нужны мозги. А штурманы – это мозги, да. Он направляет автомобиль. Потому что пилот может выиграть на каждом повороте 0,1 секунды, 0,2 секунды. А штурман может выиграть часы. Механик Иван Седов привез на соревнования новые автомобили. Их недавно выпустили с конвейера, поэтому участвовать в «Холмах России» вдвойне интереснее. Можно испытать новую модель в деле и выпустить пар. Ну вот сюда приезжают там новички потестить, там машины отработать. Мы не ждем никаких-то там больших результатов. Для нас важно как бы обкатать перед большими соревнованиями наши автомобили. Самая главная задача в этом году у нас сейчас – это шелковый путь. 75 километров экстремальной трассы пройдено. За ними последовало еще 280. Два дня захватывающих испытаний окончены. Настало время огласить имена победителей. Первыми пришли ульяновцы Дмитрий и Сергей Переверьевы. Вовремя финишировали москвичи Андрей Сушенцов и Александр Щанов. В классе национальной победили земляки Виталий Проненко и Дмитрий Агафонов из команды УАЗ. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.